Гибель Помпеи. Еще один поучительный исторический пример, когда люди, владея большими богатствами и достижениями цивилизации, достигли высшей степени нравственной деградации и развращения, вызывая гнев Всевышнего, повергшего их в полное разрушение. Это народ Помпеи. Согласно исследованиям историков, склоны Везувия 2000 лет тому назад были покрыты обильными виноградниками. Сам город Помпеи был возведен между склонами вулкана и живописнейшими берегами. В нем жили преимущественно богатые римляне. В Помпеи правила весьма свободные, более того, извращенные нравы. Неподалеку от Помпеев находился еще один город – Геркуланум, также известный своими богомерзкими нравами. Самое известное в истории человечества извержение вулкана положило конец существованию двух прекраснейших уголков Земли. Окаменелые останки людей, погребенные вулканической лавой, сохранились поразительной естественностью. Сегодня мы в состоянии увидеть все детали образа жизни распутного города. Богатство цивилизаций, существовавших на Земле сотни тысяч лет тому назад, не принесло им никакой пользы. Оно бессильно уберечь нравственное, дегенерирующее, отрицающее божественную волю народы от наказания Всевышнего Создателя. Единственное, что осталось от них, лишь поучительные руины и останки. Аллах способен показать нам еще более разрушительные бедствия в любом уголке земли. Всевышний Аллах повелевает нам назидаться участью прошлых народов. Это истина, о которой Коран напоминает нам в суре Румы. Прошу защиты у Аллаха от сатаны, гонимого камнями. Неужто не пришлось им по земле пройти и посмотреть, каков конец был тех, которые до них грешили? Они превосходили их своей силой, избородили землю вширь и вглубь дорогами, плотинами, дворцами и заселили ее больше, нежели они. К ним приходили с ясными знамениями посланники от нас, и не Аллах жестоко обошелся с ними, они сами себе обиды нанесли греховностью своих деяний. Сура Румы, аят 9.